На дворе сегодня пятница. Мы сейчас с вами отправляемся в парк для того, чтобы там присесть и просто пообщаться. Друзья, сегодня мы с вами поговорим о всех трех сюжетах, которые мы снимали про предпринимателей. Сегодня мы с вами устроим разбор полетов. Обязательно досмотрите до конца, потому что сегодня мне есть дать ответ на ваши комментарии. На канале вышло три сюжета на тему предпринимателей малого бизнеса. Это была пиццерия-бургерная, это были ребята-строители, и это был человек, который занимается репетиторством. В этом ролике я хочу сделать разбор, рассказать, как мы это снимали, откуда это пошли темы, сколько они заплатили денег. Пойдемте, присядем и обо всем поговорим. Давайте начнем по порядку. Я подготовил целый список, по которому я хочу пробежаться. Вот смотрите, мы сняли три сюжета. Первый был про бургерную, он вам зашел лучше всего. Там больше всего соотношение лайков к дизлайкам. Там хорошая продолжительность просмотра, и в целом там сюжет получился такой жизненный. Тем не менее, были люди, которые написали не совсем жизненно, потому что у отца раньше был крупный бизнес, сын начинал уже не с нуля, вырос в семье предпринимателя, а ты вот покажи тех, кто начал с нуля. Второй сюжет про строителей. Там совсем другая история. Этот сюжет по соотношению лайки к дизлайкам был самый плохой, потому что там людей уличили в том, что они вруны, они балаболы, что это все постанова, каких комментариев я только не читал. Были даже те, кто подумал, что это не то, чтобы реклама, а то, что я нанял актеров для того, чтобы снять этот сюжет, чтобы было что-то интересное снять, показать. И третий сюжет, он был про молодого парня-репетитора. Там тоже люди некоторые усомнились в том, что да ладно, неправда, как это он так считает, везде по Москве и Московской области репетиторство 500 рублей... 1000, какие 3000, кто ему будет за это платить. В общем, друзья, вот давайте по порядку. Первый, самый главный комментарий негативный. Подчеркиваю, я не пытаюсь оправдываться. Я даю вам обратную связь, чтобы мы с вами были на одной волне. Это реклама, это за деньги, там какой-то из этих сюжетов. Ну, в частности, про строителей. Объясню. Если бы я делал ролик за бабки, я бы вам так и сказал. Я не понимаю, почему у некоторых какое-то подозрение, что это какая-то скрытая реклама, что я бы там побоялся бы сказать, что смотрите, мы решили снять сюжет, мне дают 100 тысяч рублей там, или полмиллиона, миллиард, ну неважно, какую-то сумму. А мы снимаем вот такую историю, где вы получаете полезную информацию, люди получают рекламу, я получаю деньги и все довольны. Ну что? Это так нельзя делать, или это нелегально, это незаконно. Так делать можно. Если бы так и было, я бы вам так и сказал. Соответственно, когда мы что-то рекламируем, ссылочка ждет тебя в описании. Я всегда об этом говорю. У нас есть инстаграм-канал, в который я всегда выкладываю свежие новости. Когда мне пришла в голову эта идея снять подобные сюжеты, как раз-таки там я и сделал публикацию. И сказал людям, кто занимается бизнесом, кто готов по-честному рассказать о своих доходах, показать свои работы, приходите. Мы про вас бесплатно снимаем, вы же получаете рекламу. Объясню. Реклама в плане того, что они в любом же случае рассказывают, чем они занимаются, сколько это стоит. Я в качестве благодарности на них оставляю ссылку. Да, по сути, этот ролик можно любой назвать рекламой, но как по-другому? То есть сам факт того, что нет этой связи, да, реклама, деньги, я получил, специально сняли, нет. По-другому, ну никак. Я даю людям благодарность в плане того, что рассказываю о них и не скрываю ничего. Хотя изначально были мысли, там, умалчивать какие-то бренды, что-то не показывать, что-то вырезать. А зачем? Смысл-то вообще про это снимать? Когда мы берем с вами готовую модель, вот человек занимается, столько-то платит за аренду, столько-то зарабатывает, пожалуйста. Поэтому здесь я хочу подвести такую черту. За бабки мы ничего не делаем. Даже вы сами можете там проверить, сделать контрольную закупку, написать мне на почту электронную, предложить снять от вас, про вас. Я не прошу ни с кого денег. Многие люди сейчас со всей страны пишут, говорят, в Питер там приезжай, куда-то далеко, там прям за 4000 километров люди говорили, приезжай. С удовольствием. Ну, как вы знаете, у меня сейчас родилась дочка, ей 3 месяца. У меня нет возможности куда-то уехать там на неделю. А так бы с удовольствием поехал бы. Ни с кого денег не просим, лишь бы дайте готовую интересную идею. Те, кто дохера зарабатывает, уж извиняюсь за выражение, у кого-то миллиардный оборот или миллионы, нам вы не интересны вообще. Потому что нужно что-то такое простенькое, живое из серии того, что любой посмотрел, думает, блин, а я вот живу там в таком-то городе, может быть, попробовать мне здесь заняться. И такой сюжет человеку может быть полезен. Опять же, мы все с вами делимся на группы. Есть люди, которым вот дай 50 тысяч рублей зарплату в месяц, и оно будет в принципе устраивать. Кому-то мало там 200 тысяч рублей. Некоторые не понимают, как вообще можно жить, если ты не зарабатываешь более 500 тысяч рублей. У всех у нас потребности разные. Есть люди, которые смотрят там издалека, у них зарплата 15 тысяч рублей. Они говорят, да вы там вообще все охренели, вы чё?
Вы чё? Есть люди, которые не разбираются в ценах. Вот, допустим, вам просто пример про строителей. Они говорят, у нас 25 тысяч рублей за 1 квадратный метр, это за все. Уже вот с работами, с материалами, вот конкретное коммерческое предложение. Некоторые налетели, типа, да что за бред, 25 тысяч, это очень много. При этом мне несколько строителей написало, кто занимается, говорят, типа, что они чешут, это как бы нереальная цифра. Если за все с работами, с материалами, это должно быть больше. Соответственно, здесь узконаправленная тема. Для некоторых ремонт – это вот прийти домой, линолеум постелил, обои ободрал, поклеил, плинтуса пустил, новая люстра – все, ремонт. Это не ремонт. То же самое про бургерные пиццерии. Некоторые смотрят, нахрен это надо, где-то возле дороги. То есть видно, что человек откуда-то издалека, он не понимает, что такое Домодедово, он не понимает то, что там по пятницам просто километровые пробки, там постоянно идет бешеный трафик. Мы снимали в понедельник утром, а в пятницу и так далее, совсем другая история. То же самое про репетитора. 3000 рублей, да чего он врет, 500 рублей цена, парни. Люди, кто развивается, растут, они берут совсем другие деньги, на них есть спрос. Он называл фамилии там известных людей, там, ну, не, он попросил не говорить. Но реально в его кругу как бы люди богатые, которые обучают своих детей. Соответственно, он с них берет там в 3-4 раза больше. Вот в этом-то вся суть, поймите, то, что мы вам показываем живой пример. Здесь нужно подумать и подумать, ага, вот как это можно сделать, использовать. А не так, что я вам показал, и вы такие... Так, ну давайте проведем расследование. Здесь он наврал, здесь неправда. Мне вот зачем вам вообще врать? Вот просто объясните мне, для чего? Вот просто цель какая? Вот да, окей, наврал, для чего? Ну и что от этого станет? Какой-то парень, которого вы никогда в жизни нигде не увидите, он что от этого станет? Богаче или что? Или вы сразу все побежали нанимать себе репетитора его там английскому языку вас учить? Или вы все такие сразу, о, сейчас пойдем там ремонт квартиру людей делать? Нет, это просто модульная система. Дам вам обратную связь. Большая часть людей, которая звонит им, не заказать, а просто пообщаться, насчет работы устроиться. Кто-то спрашивает, а вот подскажите, как здесь делать. То есть спрашивают реальные советы, а не так, что мы там прорекламировали всех, и все начали обращаться за услугами. Меня особенно удивляют люди, которые пишут, как это так, там зарабатывают 250 тысяч рублей. При этом они пишут, что работать нужно так, 5-2, 8 часов в день, чтобы была возможность там часик на работе покушать спокойно, посидеть, отдохнуть, не напрягаясь, и при этом, чтобы была хорошая зарплата. Замечал комментарии, где люди хвалятся тому, что я, вот человек пишет, получаю 35-50 тысяч рублей, работаю 5-2, всегда днем я могу 2 часа спокойно поспать. То есть он работает каким-то водителем, то есть в обед у него есть возможность спать на работе. И он этому дико доволен, все у меня круто, живу не напрягаясь. При этом зарплата 35-50 тысяч рублей. В моем окружении я знаю людей, которые хвалились. Устроился на стройку, говорит, 60 тысяч будут платить. Пришел утром в 9, нас разделили по объектам, пошел, говорит, купил себе торт. Но это было давно, но это было. Купил себе торт, съел торт. Лег спать, проснулся в 5 к 6, вернулся, типа сдал смену, все, проработал 4 дня. Не знаю уж там, выгнали его или он сам ушел, но то есть человек изначально не хочет работать. И те, кому он это рассказывает, некоторые, ого, класс, тоже туда хочу. Соответственно, здесь вот вам история, не хотите работать, да не работайте, ничем не занимайтесь. Есть люди, кто понимает, что деньги нужно вкалывать. Вот все время нам приводят пример Запад, вот в Америке, вы посмотрите русских блогеров, они там работают 7-7, просто с утра до вечера все вот такие мокрые, у них возможности нету даже там куда-то пройти прогуляться, потому что нужно вкалывать. И почему-то вот в Америке хорошо, а что у нас-то не вкалывают? В чем проблема у нас здесь работать 7-7? Кто хочет, тот зарабатывает. Давно как-то снимали сюжет про таксиста, который в месяц там зарабатывал 100-150 тысяч рублей. Никто не поверил. Человек работал без выходных. Вот каждый день он работал. Вот каждый день, да нахрен это надо. А как по-другому? У него жилья своего нету. Он снимал дом. У него машины своей не было, он брал ее, ну, он ее взял под выкуп, соответственно, постоянно нужно деньги выплачивать. Откуда деньги брать, если ты будешь работать 5-2? Из всех ваших комментариев я сделал следующие выводы. Снимать, конечно, нужно детальней, то есть последовательно, особо сильно там не затягивайте, чтобы если, когда заходит разговор о цифрах, чтобы прям конкретика была. Как, откуда, сколько получил, сколько взял, чтобы не было вот этого. Мы там заработали столько-то, ну, как ты знаешь, невнятно отвечать. Понятное дело, что здесь нужно делать четко. Второй момент. Успешный успех, как выяснилось, это действительно просто неинтересно. Вот когда есть какая-то негатив, какая-то печальная история, когда вот там развалилось все почему-то, это заходит лучше. Дальше у нас будет несколько подобных сюжетов, где молодой парень приезжал в Москву, год он тут крутился, вертелся, ему просто дали пинка, хотя у него высшее образование, красный диплом,
диплом, там с медалями закончил все. В итоге там, сейчас мы тебя возьмем на работу. Россия, Россия. Год он здесь крутился, вертелся, таскал всякую обувь. Ну, короче, свалил, просто уехал. Человек, который приехал, влез в бешеные долги, там чуть ли не минус 1,5 миллиона рублей, потом кое-как вылез просто на том, ну, вы удивитесь, на чем, потому что мне даже самому это интересно, мы еще с ним не сняли, он пока просто рассказал. В общем, более приземленные жизненные сюжеты, где будет и позитив, и негатив. Вот такое прям, когда я пришел, у меня все пошло по гладко, я прошел туда, прошел все, нахрен не надо. Но это просто получается не очень интересно. Нравится, когда, как говорится, жизнь о землю ударит. В начале этого года, в январе, у нас выходил на канале ролик, который назывался «Как умирают села». Это прям моя такая хорошенькая работа. Я постарался, заморачивался с монтажом, со съемкой. Вам это понравилось, судя по откликам. Я бы, конечно, хотел бы снимать больше подобных сюжетов. Но здесь, друзья, действительно, в Москве сложно найти подобную тему, где и про что было бы снять именно здесь. Уехать куда-то далеко, вот это вот класс. То есть, как правило, любые сюжеты, которые вы можете сегодня увидеть на YouTube, журналисты, там, блогеры снимают, уезжая куда-то. У меня такой возможности нет, в силу того, что, как я сказал, у меня родилась дочка, у меня нет возможности там оставить их дома и на неделю куда-то улететь. Но я бы очень хотел это сделать, потому что там было действительно круто. Сюда же мы хотим взять такую идею, вот я с друзьями общался, один день из жизни кого-то, там, допустим, того же самого предпринимателя, где утром к нему приехать, знаете, такие перебивки. Свет включается на кухне, он заходит в сон и ставит чайник, и такой пошел закадровый голос. Утро, Москва, 8 утра. Игорь ставит себе чайник, готовится на работу. Ну, что-нибудь, знаешь, такое, типа вот он собирается, и потом раз, там, поехали вместе с ним. Вот это получится такой лайв-формат, то есть он будет нарезан, там, 5 секунд, 10 секунд, динамика пойдет. Вот это будет круто, я думаю, этой осенью мы обязательно попробуем сделать. Если есть желающий, кто готов вот так вот один день с нами провести, ну, точнее, чтобы мы его с вами провели, почта на экране, пишите, будем обсуждать с вами вашу бизнес-идеи, чем вы занимаетесь, и приедем снимать к вам. В общем, мы стараемся снимать на различные темы, скажем так, из ружья, в ту сторону, в другую сторону. Мне нравится снимать, мне нравится монтировать, не очень часто люди пишут, а давай я к тебе пойду монтажером. Ну, мне нравится самому заморочиться, создать, тем более, как я вижу, донести идею. Конечно, я не буду врать, хотелось бы, чтобы подобные ролики набирали больше просмотров, там, ну, хотя бы там 200, 300 тысяч, про миллионы просмотры я вообще молчу. Если бы они вылетали все 1 миллион плюс, я бы понял, что это вау, круто. Вот тогда можно было бы заморачиваться, брать еще одного оператора, чтобы с двух камер делать. В общем, уже вкладываться в контент конкретно. Сейчас же мы пробуем. Но я понимаю одно, что если ролик набирает много просмотров, значит, я просто сделал говно. Ну, кому-то понравилось, в целом не понравилось, кто-то раньше выключил, соответственно, в рекомендации он никуда не попадает. Поэтому будем стараться делать интереснее, будем стараться делать качественнее. Я хочу выйти на график 2 ролика в неделю стандартно, чтобы среда, четверг про машины, например, и по воскресеньям какие-то жизненные темы, чтобы вы, например, дома раз проснулись, включили, а давай, блондин, рассказывай. А в будний день какая-то тачка, но делать это более детально, чтобы там за кадровым голосом озвучить, историю какую-то поднять, ну, чтобы они становились более информативными. Поэтому, друзья, пишите ваши советы, вот говорите, блин, вот слушай, мне вот нравится вот так. Соберем идею, как говорится, в споре рождается истина, и у нас получится выжать вот такой хороший, сочный, качественный контент. Я буду стараться делать. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канала, потому что там всегда выходят свежие новости. Что-то хотим снять, обсудить, я спрашиваю вас, если там большинство говорит «делаем», значит мы делаем. И подводя итог сегодняшнего выпуска, я еще раз хочу сказать, что я не пытаюсь оправдываться, я не пытаюсь кого-то защищать, я вам даю обратную связь. Мне нет смысла от вас что-то скрывать. Мне просто иной раз непонятно, когда кто-то считает, что я вру, что что-то где-то спрятали, что что-то сделали за деньги. За деньги, вот, рекламируем регистраторы, там, чей-то канал прорекламировать, еще что-то, какие-то товары. Конечно, я это делаю за деньги. И очень этому рад, то, что люди приходят и просят разместить рекламу на нашем канале. Подобные сюжеты, подчеркиваю, еще раз, я снимаю на полном энтузиазме, у нас отдельно есть спонсор, и мы, соответственно, ролик делаем. Хотите принять участие, у вас есть интересная жизненная история, ваш бизнес малый, который вы пытаетесь развивать, пишите, я буду рад приехать к вам и снять про вас видеоролик. У меня на этом сегодня все, всем хороших выходных, до новых встреч, пока-пока!